И всем привет, вы на канале Мэри ТВ. Сегодня с нами Ярик и наш кот Барсик. Хотя все знают, что это кот. Да. И сегодня мы будем распаковывать вот таких вот динозавриков, которые становятся большими в воде из таких вот капсул. Здесь 12 видов. Тут зарастающие тварини. 12 видов тварини. Ну, сейчас мы будем их распаковывать. А за сколько они там, например, растут, мы не знаем. Может быть, вообще за 38 дней или за месяц. Но должны меньше. Мы сейчас подготовили 12 стаканов, чтобы положить каждый по отдельности. Вот, достаем мы динозавров. Надо поаккуратнее, потому что тут все прям выскакивают. Там капельку осталось. Так. И потом мы посчитаем. Вдруг нас обманули. Потому что здесь не 12, их несколько смысла. Может, да. Давай каждому по 6. Да. Так, 3. 3. Шарные таблеточки. Так. И мне 3. Но тоже 3. Так. 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у каждого по 6, и мы доложим. Вот у нас все это распределилось, и теперь мы это просто выкидываем. Добыл. Так, сейчас нам надо сюда налить воды. И вот у нас водичка. Сейчас мы будем это все заливать. Сначала начинает Ярик, он старше. Давай. Почему всегда я? Опасный момент. Так. Yes. Так, стоп, стой. Вот теперь мы все. Брать, Маш, я сам. Давай. А это остался на дне. Бедный. Это тоже. И остался последний у Ярика. Ну вот у Ярика уже все налито. Остался теперь мне. Так, беру графин. Так, и заливаемся. Так, здесь чуть-чуть. Здесь чуть-чуть. О, на дне остался. Они уменьшаются, как будто в стекле. Поднимается, поднимается. О. На самом верх. Что-то с ним не так. Вот так. Здесь чуть-чуть больше надо. Так вот. И вот так. И нам надо подождать. Пока это все вырастет, через каждую одну минуту мы будем проверять. Одна минута прошла, проверим. И встретимся через 5 часов. Пока! И сейчас мы будем снимать эту пленку, потому что мы поняли то, что они так не будут растворяться. Пленка уже мягче. Ну да, мягчит, но она будет так долго. И сейчас мы будем это все убирать. Вау. Вот у Ярика уже тут растворяется, а у меня плохо. Ой, я вот это стану беленькая. Я ее с одной части только бросила. Мне ее жалко становится что-то. Надо снять. Снять. Динозаврики. О, наконец-то. Вот так вот мы снимаем. А это вот штучку мы сюда. О, и сейчас должна вот так вот распухнуть. Так вот. Или они так прямые мишки. А, все. Так, это сюда. Джон. Ой. А там же, там. Вот. О. Такие мягкие. Ой, блин, я сюда сначала не кину. Так. Вот это вот мне надо достать, который внизу. А,
сплиски, сплиски. О, вот, наконец-то. Такие сплиски, как будто какие-то... У тебя попадется это летающее? Не знаю, может быть. Да, попадется. Покажи. Вот. Ну, или я не знаю. А, да. Да, это летающий. А я лучше... О, надо порвать. Вот еще чуть-чуть. О, у меня еще несколько. Как ты думаешь, у кого лучше, у тебя или у меня? Не знаю. А у меня вот чуть-чуть. Динозавром. Они, кстати, внутри сухие. Поет. Антистресс у Ярика. Так. Сложно. О. Ой, это кто? Я такого не видела. Может, тебе расправить? Ань, это типа есть какого-то мягкого. Он прилип, потому что вот эта пленка становится мягкая. Очень мягкая. Ой, вообще растворяю. Кстати, может быть, мне это тоже оставить, как у Ярика, на эксперимент? Потому что эта пленка становится все мягче, очень мягкая становится. Поэтому может и так раствориться. Эта пленка может просто исчезнуть и все. Были для эксперимента, они набухают. Вот видно даже. Мне вот тоже. Вот. Вот, становится таким. Пленка слетает и становится набухшим, а вот все динозаврики уже становятся другие. Вот такими. Вот у меня здесь уже разбух, который был в капсуле для эксперимента. Он также разбух, потому что пленочка становится очень-очень мягкой. Вот, у меня уже такой, а у Ярика еще набухает. Надо подождать чуть-чуть. О, Ярик, у тебя есть плавательный, который плавает, кстати. Ярик, который плавает, а может быть... А у меня такого, нету, кстати. У Ярика есть. Классно, а может быть здесь у него тоже такая же есть. Не знаю, посмотрим. Утопился этот последний. Так. А вот с этим что-то не так. Вот вообще, что с ним такое? Бедный. Не, его борт слишком большой, а у меня тоже есть такой. Хотя он чуть-чуть, нормальный, чем у Ярика. Ну, давай сравни. Подожди, стоп. Сравнить можно даже. Вот у Ярика вот такой. Вот сейчас вот так вот сверху положу. У Ярика такой вот какой-то непонятный спинозавр, а у меня такой спинозавр, нормальненький. Или стега. Ну, сейчас мы посмотрим, какие у нас есть тут дракончики. И вот у нас здесь есть такая штучка, где написаны названия наших динозавров. Так, сейчас мы начнем с первого. Так, стегозавр. Стегозавр. Так у нас нету. Может быть, это у тебя вот здесь, но мы посмотрим потом. Трицераптус, вот. Трицераптус у меня есть. Сначала мы его вот так вот сделаем. И вот у меня такой трицераптус. Вот, он так на картинке. Угу. Вот. Так дальше. Паразауров. Вот этот, что ли? Вот. Какой? Нет, это летающий. Так, надо нам такого колюсенького. Стой. Вот. Этот? Покажи. Покажись. Это он, да? Докажи все. Да, вот это вот, вот такой вот у нас чуть-чуть не похож, естественно. Вот. Такой вот. Очень сложный. На коня похож. Да, на коняшку. Птеродактиль, вот у тебя птеродактиль уже есть? Да, у меня следующий. Есть птеродактиль, сейчас покажу. Вот мой птеродактиль. Или, кажись, у меня овираптор. Ну, посмотрим. Вот такой птеродактиль. Овираптор. Летающий динозавр. Подожди, у меня голова какая должна быть? Вот! У меня есть, вот он. Это... Назад голова повернута. А, да? Вот он. Такой вот у меня есть. Спинозавр у нас есть. Подожди, у него горб. Диводок. Вот. Спинозавр. А, диводок. Вот такой вот у меня. Диводок. Сейчас у нас есть такая книжечка, где есть название этих динозавриков. И как раз у меня был
Пуся. Так, стегозавр. 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 Вот. Вот у тебя есть стегозавр. Вот такой вот. Так. Вот. И покажи. Стегозавр. Так, теперь трицераптус. У меня есть. Вот такой вот. Трицераптус. Вот, вот у Ярика такой пару лолов. У вас очень сложное название. Вот такой вот. Вот такой вот. Птеродактиль. У меня есть. Я его вижу. Уже. Вот такой вот. Птеродактиль. Летающий. Птеродактиль. Я летаю. Так, теперь авираптор. Я тебе показал уже. Показал. Такой вот. Авираптор. Вот это. Вот такой. Вот у тебя спинозавр, а у меня, я понял. У меня это спинозавр. Диодог. Да. Так вот, у меня есть спинозавр. Вот такой вот спинозавр. Спинозавр. У него горбик. А у меня Дилодок. Вот такой. Покажи зрителям. О. Дилодок. Док-док. Док. Док, собака. Вот плезио. Плезио. Да. Завр. Вот у Ярика есть, а у меня нет такого плезиозавра. Вот такой. Он плавает, похоже. Так, теперь... Я к тебе. Дромеозавр. Так, он такой вот. Так, кажись, это... Покажи-ка. Покажи-ка. Он вот. Да, это он. Такой вот. Вот такой Пикачу. Так, теперь... Велоцираптор. Велоцираптор. Хотя, это не Пикачу был. Вот. Или нет? Или да? Да, вот. Не с ней бойся. Вот. Не-не-не-не. Вот такой вот. Вот. Такой вот у меня есть. Так, теперь у нас дилофозавр. Дилофозавр. Так, так, кажись. Он там тебя, он тебя точно. Вот. Вот дилофозавр. Вот такой вот у меня. Вот. Так, остался последний тиранозавр. Вот у меня. Тиранозавр. Вот у меня. Так, да, у Ярика тиранозавр. Все создать точно. Короче, у нас повторок нет. Вот. Тиранозавр. Так, вот стегозавр сюда идет. Так. Надо нам вот летающий. Это где он? Мой летающий. Такой вот. Так. Вот чуть-чуть вот так. Мой летающий. Трицераптус. Кажись, у тебя. Тиранозавр, то есть. У тебя же? Ну да. Вот он! Тиранозавр. Ой, чуть-чуть, наверное, достанет. Тиранозавр. Боже. Так. Теперь какой у нас... Так, этот. Вот он. Плавающий вот этот. Плезиозавр. Его мы вот сюда вот так. Вот так вот. Так, теперь... Велоцираптор. Вот он.
Виола. Вот у нас уже остался карту подвое. Где Виола... кто? Крожесераптор. Этот? Нет, у меня этот. Видишь? Блин, три лапки. Значит, велоцираптор. Так, и у меня остался... Покажи, Камаш, покажи своего. А, вот он. Значит, да. Я все понял. Кажется. Что-то слишком мало места, но вот так вот как-то. Вот так. Вот. Тут нет. Где мой? Где мой? Друг. Ты мой друг. Ты где? Мой друг. Их практически не отличишь. Реально. Да покажи-ка. Чем они отличаются? Кажется. Жить-ка. Ага. А, вон. И вот. Миссия комплект. У нас тут вот так вот все получилось. Это все из воды. Такие у нас получились динозаврики. Все в ряд. И получился у нас их 12. Такие вот динозаврики. И всем пока. Вы были на канале Мэри ТВ. С нами сегодня был Ярик и Подбарщик. И эти все игрушки. И сейчас я вам хочу что-то показать. Как мы видим.